Добрый вечер. Наша новая семья. Привет, Майя. Мы сейчас регистрировались в компании в мае этого года, на первые три месяца. Мы, так сказать, играющим. Серьезно, мы работаем только три месяца, с конца июля. С конца июля я приняла решение, что с данной компанией, командой есть все возможности, крутые возможности расти, развиваться всей командой и мне самой. Сейчас, на сегодняшний день, в нашей команде 6 директоров. Одна из них старший директор, более 2000 консультантов. Это слаженная работа всей нашей дружной команды. Так, немного про рекрутинг. Я сама рекрутирую старым добрым методом, спаму. Он хорошо работает, я им работаю. Он поставлен, так сказать, на поток уже. Также это личный бренд. Я давно уже веду страницу на YouTube-канале, также в Instagram, ВКонтакте. Но ВКонтакте у меня много лет была одна страница, которую я развивала. На ней было много тысяч человек. И в этом году у меня ее заблокировали навсегда. И я начала вести ее сначала. Нуля, и как раз на эту страницу, и моя команда пришла. Практически, ну, кстати, с контакта пришла. То есть не нужно бояться, не нужно переживать, если вдруг случается такое, что блокируют аккаунт, или какие-то вот такие моменты случаются. То есть это рабочие процессы, да, которые могут случиться с каждым, но к этому нужно относиться спокойно. То есть можно начать вести страницу с нуля и собрать команду. Оно бы сохранено. Все в команде работают разными методами. Я не склоняюсь работать так, как работаю я. Я придерживаюсь принципа, что рекрутинг должны быть комфортные для человека, ну и, конечно, приносить хороший результат. Поэтому в начале своего пути каждый новый лидер, будущий директор, пробует разные методы, то есть мы разные методы рекрутинга, также с нашего шикарного сайта промо-фоберли. Также обучение обязательно всех приглашаю. Я его называю «Обучение на миллион долларов» от Анны и Антона, от Ады и я. И новички уже выбирают, пробуют разные методы и выбирают, какой метод у них работает. И, соответственно, если метод будет комфортный, у него будет результат, он его начинает. Потом подключают второй метод, третий. Где-то оптимально, я считаю, 3-5 методов рекрутинга использовать. Меньше чревато, что может какой-то не сработать, больше может уже быть неэффективно. Также у нас система своих внутренних чатов. Чаты мы ведем в WhatsApp, у нас есть чат свой директор, когда мы добавляем всех будущих лидеров-директоров. И получается, там уже каждый день разные публикации и задания даем, и поздравляем. Постараемся вести его активно. И также чат отдельно для консультантов. Тоже, где его разными методами прокачиваем, запускаем на постоянной основе розыгрыша. Мы задания такие даем, чтобы скидывали фото своих заказов и отзывы о понравившейся продукции. То есть сразу несколько зайцев кладу. Сейчас прокачивается, и все делятся друг с другом отзывами о продукции. И тем самым заряжают друг друга. Желаю роста и как минимум плюс одну квалификацию сделать в этом году, до Нового года. И ставить себе всегда цель прибавлять по одной квалификации хотя бы 2-3 месяца. Шаг за шагом просто сделали квалификацию, закрепились, все, следующую цель, следующую квалификацию. И так шаг за шагом уже большим целям, всем мечтам. Всем спасибо.